Алло. Ваша дочь у нас. Подготовьте 300 миллионов вон мелкими купюрами. У вас 24 часа. Похититель ведет переговоры с матерью, но у нее нервный срыв. Нам нужно, чтобы ты стала ею. Я перезвоню. Ждите указаний. Ты послушала запись? Да. Если бы на месте моей дочери был ваш сын, что бы вы сделали? Убила бы. Там курьер пришел. Это Юн Со Ын, который выдает себя за госпожу Хон. Что? Это палец твоего сына. Совсем скоро я пойду к твоей маме. Кто вы? Что вам нужно? Выкуп 300 миллионов. Вы должны доставить его нам. Что происходит? Сынок! Мама! Если бы вашего ребенка вернули мертвым, что бы вы сделали? Я убью тебя, когда найду.